Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу провести тест и попробовать скрыть круги синие, либо у кого зеленый, красной помадой. Я узнала об этом способе совсем недавно и хочу этот способ протестировать вместе с вами. Никогда этот способ еще не испытывала на себе, так что оставайтесь со мной и давайте посмотрим вместе на результат. Ну, смотрите, я немножко нанесла тени себе на верхнее веко и реснички. Внизу я абсолютно ничего не накладывала, ни консилер, ни пудру, ни в коем случае. Вот именно вот так вот, да, я оставила специально место. И все, приступаем. Я взяла красную помаду, матовую, я не знаю, как это будет выглядеть с какой-нибудь не матовой, да, помадой. Беру матовую и просто нанесу немножко под глаза, вот именно по тем местам, где есть круги. У меня они не так сильно заметны, но все равно бывают, потому что я ночами не сплю. Так, нанесла, и сейчас буду растушевывать пальчиком. То есть я как бы перекрываю сами круги и вбиваю помаду в кожу. Ну, как-то так это выглядит. Теперь нам понадобится взять корректор. Буду наносить поверх, чтобы перекрыть красную помаду. Мне очень-очень интересно посмотреть на результат. И вообще, стоит ли так заморачиваться. Я перекрыла, и сейчас я воспользуюсь спонжиком и хорошенько это попробую растушевать. Вот в камеру я вижу, что немножко проглядывает красный пигмент. Сейчас я просто нанесу немножко еще корректора и посмотрим, что из этого выйдет. Вот и все. Корректор у меня перекрыл полностью красный цвет помады. А далее советуется наносить еще тональный крем поверх. И давайте нанесу на одну сторону сразу пудру, а на вторую сторону я попробую нанести тональный крем, а потом уже пудру. Давайте приступаем к пудре. Вместо пудры я буду использовать базу от Everyday Minerals, минеральная база. Вторая сторона только с корректором, без тонального. Ну что я хочу сказать, я закончила этот тест, посмотрела на себя в зеркало. Да, знаете, у красной помады, почему оно так заявлено, что красный пигмент, он перекрывает фиолетовый, да, цвет, то есть цвет наших кругов. И на самом деле, вот когда на ту сторону, где я наносила тональную основу еще, а потом сверху пудру, мне кажется, перекрытие лучше, чем без тональной основы. В принципе, как такой эксперимент, да, он удался, он, в принципе, показал себя довольно-таки неплохо, но, на мой взгляд, причем, что я не люблю прям... особенно летом, так сидеть и заморачиваться с макияжами. Да. Прекрасно перекрывает консилер, прекрасно перекрывает просто корректор, тональный, вот эти круги. То есть это какой-то такой шаг, мне кажется, лишним, и он не стоит внимания. Да, попробовать и просто узнать, что есть такая новая технология, можно, но... Не знаю, смотрите сами, попробуйте. Если кто пробовал уже, напишите мне в комментариях, как вам такой эксперимент, такая новинка. И я буду ждать от вас, и я очень хочу прочитать. С вами я сейчас прощаюсь. Всем спасибо большое за просмотр. И пока-пока.